первыми дождями пришла новость, с уборкой придется повременить. Уже сейчас, вспоминает комбайнер Нафис Хайрудинов, здесь понимали, что и закончить придется позже. Пораньше 5 часов выходишь, работаешь комбайн, все подготавливаешь. Что работали до 11, до 10, до 11. Теперь страхи позади. Работы на финишной прямой убрано 70% зерна. В среднем с одного гектара выходит по 33 центнера, что даже больше, чем ожидалось. В этом году урожайность намного больше, на 10 центнеров, чем в прошлом году. Конечно, погодные условия помогли. В этом году очень благоприятные условия для зерновых культур. И, конечно, внесли удобрения. А вот так выглядит первый ячмень. Несмотря на погоду, зерна ничуть не влажные. Впрочем, сырыми на этот склад их бы и не пустили. Каждое зерно одно к одному – это семена на будущий год. Летние ливни не привели к потерям. Зерна с полей столько, что в округе не остается пустующих складов. Татарстан перевыполнил свой же план. Ожидалось, что всего уберут 4 миллиона тонн, но этот рубеж уже пройден. За последние две недели поступило 1000 тонн. Склад заполнен на 1/3. Теперь за зерно такого качества аграрии начинают бороться. До конца уборки ждать дождей, поэтому вновь усиленно заработают сушильные агрегаты. На солнце так и не уповают. Рамиль Шайдуллин, Амирзалюшев, ТНВ, Лаишевский район.